пониже надо, высоко. Ну я тебе это и сказал, только что говорил. Сказал пониже. У тебя удар того не получается. И туда-то ручку отломишь. Она об резину-то не будет ничего. А тут ты бы вокруг колеса шел только и долбил. Что там делает Никита? Никита, Виталий. Видишь, сколько накидал. Вот так, брат, дела такие. В деревне-то езди развернусь. А что, в колесе неудобно? Она была большая. А-а-а. Удобно, маленькие, мелкие, удобно. Они остаются. Бедные топоры, бедные камеры, покрышки. Колесо-то уж больно большое, такой чурки даже нету. И высокое. Сейчас я его вниз опущу. Я считаю, что на полу надо. Да-да, я сделаю сейчас. Ты только вокруг колеса бы шел и долбил, и все. Ладно, ребятки. Я поехал на рыбалку. Там Сергей, живой он или нет, он доделывает большую мордушку. Во, во. Только надо, чтобы тебя обходить можно было ее чуть подальше. И дрова откидывать дальше. Во. По руке-то тяпнешь и держишь так. Будешь тогда кричать. Я заживел на этой кухне. Оно оказалось не совсем здоровое, пень-то. Ой, еще как. Отрубает и ставит потом. Ворочают чурки, как медведи. Смотри, какой у них ловко.
отскакиваю. Ну что делать, а? Ага. Тут понятно, что вот еще поленница какая. Ни одна. Сегодня горох собрали. Обшелушили. Вот сейчас сушится. Володя садил. А ботву вот на этот вложили, на куб называем. Куб. Ровный. И середину всякой. Мусор кидает, а не стоит. И каждый год осажается. А весной на него что-то сажать тут легко. Арбузы, там дыни. И главное, курица не залетает. Вот удивительно. Ну ладно, поехал. Это вот утро ранее, в 7 часов утра. Сергей Павлович уже мускулы накачивает. Никаких тренажерных залов не надо, ничего в деревне. О, огромный пень, колесо какое огромное лежит. Это от кого? От какой машины колесо? Не знаю. Примерно хотя бы узнать, какой размер колеса. А Виталий ведрами несет. Два ведра по 15 литров. Вон куда несет. Сейчас посмотрю, что он тут делает. А то балуется разными залами, фитнес, разный бодибилдинг. Ест целый день. А здесь нет, еще в рот еще не брали. Работает. Вон они где. О, Сергей Павлович. Это помидоры тут. Через заросли пробивается. Поливает. Там под ногами у тебя красный, не наступи, помидор. С правой ноги. Я его заметил отсюда. Вон. О, кверху пошло. Распечатали. Ну и вот, ничего не будет. Вот помидоров много. Зелененькие еще. Ну, Сибирь. Все спрашивают. Вот могут закрыть потом. Вот он поливает тут. Надо купировать, наверное, что-то снимать, отрезать. Надо посоветоваться тут. Призвать сестер. Не сломай, а то сильный поток воды так можно переломить. Они хрупкие. Вот. Ну, кто тут? Гляну, Сергей Павлович занимается. Его собачки. Но! Вот он, ураган, который с нами ездил в миссионерскую поездку. А вот его соработник. Но! Где ты? Верный, голос! Голос, голос! Верный, голос! Ну-ка! О, лежит. Язык высунул. Ну ладно, ладно, ладно. Тебя уже сегодня водили на прогулку. Вот, это усадьба Павла нашего. Он уехал, тут был Никита, все бросил. Не получилось у него. Видишь, городской человек привык так. Отработал 8 часов и ни заботы. Дальше может в зал пойти, там потренироваться, посидеть, чай попить. А здесь деревни нет, вот они с утра, это до завтрака. В 4:40 всегда встаем, в любой день, в воскресенье, вот сегодня суббота.
Вот что здесь намолотили за это время. Пожалуйста. Вот свой колодец. Выкопать надо было его, почистить. Посветили. Вот банки с водой залитые. Вот опять вперед. А то вчера намолотил здесь Виталий. Работа. Вот лежит, видишь, какой инструмент. Вот здесь колесо поменьше. Я даже не знаю, как замерить-то его, чтобы видно было. Сейчас я примерно скажу. Специалисты скажут, какой машины это или как. Вот так я сейчас два полена положу. Раз, два. Ну, 61 сантиметр в диаметре. 61. Так. А вот у Сергея тот больше. 61. Сейчас я узнаю, сколько у тебя здесь. Ну-ка. Подожди-ка. Подожди, пусть лежит так. Я сейчас сам здесь. Примерно. 61. А здесь раз, два, три, четыре. 89 сантиметров. Вот это разница большая. Вот тут и работай. Сколько тут у тебя становится? Ну, тут вроде как 9, да? О, ты видишь сколько? Так у нас еще тут это первое размолачивает. С той стороны вон как кучу видать где-то. А это куб один, куда все вываливается. Вот вчера горох принесли, ботву вот сложили, притоптали вокруг. Вот она как выглядит. А середку теперь все это бросают. То я вот подошел сегодня, сейчас на рыбалку надо сбегать, проверить. А вот тележка стоит. Что у нее здесь? Горох. Вчера мы выбрали, вот на ночь закрыли палаткой. Надо смотреть. Не в магазин бежать. Ну и горох. Ну, тут. Сейчас маленько еще подсушат его, начнут шелушить. Что тут мы шелушили, сидели полчаса. Это комбайн Игорь будет убирать, это полсекунды займет. Комбайн. Вот так. Сейчас прошу Володю, можно нет звонить. Всем завтракаем. Я сегодня 25 августа. Что здесь? Вот нынче ласточки начали вить. Ну и закрыли вовремя. И они не стили гнездо. Это заходить к нам сюда. В дом. А вот тут вверху-то как раз и гнездо ласточинное. В прошлом году вывелись они. Вот все через окна видать. Даже не знаю, где у них тут все. Мир дому всему. Мир, мина. Посмотри, что вы тут творите. Морковка своя, помидоры свои, лук свой. О, пожалуйста. Это два ведра на рыбалку. А то лежанку никто не выхлопает тут теперь, да, у кошки. Да, показать еще раз. Тебя там сушится. Это через сетку видно. Там. Бедра. Дрова везде. Сухари висят. Я даже через сетку все это снимаю. Так что это. Можно позвонить? Сейчас я. Вам точить надо. А? Вам поточить надо сперва. Потащить еще надо, морковку потащить. Слушаюсь и повинуюсь. Все, пока. Что тут у них? Вчера долго сидели, а к обеду готовятся. Вот Володя тут щебарничает стол. Еще уже привезенный горящий, дымится суп. Сегодня с маслом.
Ну, 25-е во вторник уже это компот. Это каша у него. Каша. Как это назвать? Пшенка. Это Володя лепешки налепил, какие стряпают. Ну, видно, какие в диаметре они. 21 сантиметр. Ну, не ровно, тут 24. Вот отсюда я вижу свой скворечник. А, не очень-то тут увидишь. Ну, крестик хотел показать. Вот. Друг друга видим мы. Вон на столе Володя уже поставил так вот. Живем мы вчетвером. Кружки, ложки. Это у меня сухари, мной привезенные из города. Быстро размокают, чем хорошо. Это кедровые орешки тут. Сестра Татьяна прислала, я их так и держу пока на... Знаешь, какие-то котлетки, это все из постного. Бобы вчера я нарвал. Ложки ждут. В чей рот попадут. Видите, какая, как спрашивает, жизнь, покажите. Покажу сейчас, вот посмотрим, как вот. О, уже 20 минут 8-го. Сейчас я звонок ударю, побегут. Володя, а, так уже пришли? Ну, все тогда, за стол. Виталий еще там занимается. Понятно.